Привет, друзья! Вы на канале Мамедыч, и сегодня нас занесло в заснеженную Эстонию, в Таллин, и мы в центре виртуалити, наверное, он так называется, VR-виртуалити, точнее, ссылочку я оставлю внизу, если вы, конечно, будете в Таллине, в Эстонии. Кстати, тут очень круто, интересно, красиво и очень запоминательно. И сегодня мы будем пробовать играть в VR-шлеме, в VR... Я не знаю, как называется эта приблуда, эти штуки. В общем, мы будем играть в симулятор хирурга. Сегодня я посмотрю, действительно ли можно мне управлять роботом Да Винчи, например. Может быть, когда-нибудь нейрохирурги тоже будут делать какие-то операции с помощью роботов. Пока, конечно, такого нет. Роботами обладают в основном только урологи или гинекологи. Ну, много, то есть хирургов это, конечно, делают. Но... сегодня мы с вами поиграем. Я чувствую, мне уже немножко трясутся руки. Наверное, тремор мой будет мешать мне здесь. Но я думаю, что мы справимся. Поехали. О, я чувствую себя как аватар. Смотрите. Извините. Так, вот он я. Так, тут наш... тут какая-то камера, или что это такое? Ой, мне нравится махать себе тут. Блин, тут так, смотрите, коечки лежат. Вообще-то похоже на какую-то нелегальную больше больницу. Где-то далеко от областного центра нашего, например. Так, мы видим... о, так, смотрите, пальчики работают, все работает. Интересно, они работают... ну, наверное, тут не такая хирургическая точность, конечно, как у нас, но... обязательно, конечно, когда мы видим рваные раны или вот такие раны от пуль, видимо... о, птица, птичка, видите? В общем, наверное, вот в эти раны не всегда стоит лазить, но мы попробуем. Так, ладно. Что у нас тут в холодильнике? О, тут у нас приборчики. О, это блинчики? Бог с ним. Так, мы видим два сердца. У нас как раз пересадка сердца. Почему-то он теряет кровь. Ладно, я думаю, что мы начнем. О! Начнем с моего любимого инструмента. Это... да, это бейсбольная бита, но... в грамотных хирургических руках она превращается в очень хороший инструмент. Это бог с ним. Так, чуть-чуть добьем. Отлично. Так, это нам, наверное, не пригодится. Но оставим в сторону или положим в холодильник. О, вот оно. Легкое. Так, тут сердечко бьется. Тут у нас, видимо, нет аппарата искусственного переливания крови, но есть вот чужая кровь, которая переливается. Так, хорошо, вот видите, тут в принципе все практически анатомично. Сейчас нам нужно перерезать артерии. Аорту, так, у меня все зависло. А, отвисло. Отлично. Но иногда бывает и в реальных операциях. Руки устают, и такое ощущение, что двигаешь не своими руками. Но тут, видимо, тут что-то другое. О, я потерял зрение. Так, нет. Это единственный нормальный инструмент здесь. О, отлично. Так, отлично. Сердце мы отсоединили, но я так понимаю, что он так долго не проживет, не протянет. Так, а это, наверное, тоже нужно... убрать. О, так, вот оно, сердечко наше. Новое? Новое вроде как. А, почему-то оно не... вот это, наверное, тоже нам нужно забрать. Так. Фу, ну, полюбуемся на себя. Так, наверное... что-то я делаю все-таки не так. Или можно попробовать сердце побольше. Наверное, это криминальный авторитет, у которого есть варианты на пересадку сердца. Это уже кардиомегалия. Я не знаю, подойдет ли такое сердце.
Так, ну что ж, эх. Мне кажется, мы не... Так, вот эта штука... Так, ребятки, у меня потеет немножко личико, но что не сделаешь ради вас? Вы же так давно просили, чтобы я снял что-то в VR-шлеме. Так, но я не могу не налюбоваться на свои ручки. Ладно, продолжим. Это second one попытка. Парень, пожалуйста, помоги мне, помоги. Я знаю, наверное, мы его сначала покормим этим сэндвичем. Ребят, но на самом деле перед операцией нельзя кушать. Кушать обязательно за 6 часов до операции нельзя. Это вы запомните, потому что иначе можно аспирировать рвотными массами прямо в трахею. И это уже будет не до шуток вашему анестезиологу. Так, вот тут какая-то кнопка. Эта музыка пошла. Не знаю, поможет ли она нам, но обычно она придает однозначно настроение. Так, вот сейчас мы попробуем с этой штукой. Это вряд ли похоже на аппарат искусственного кровообращения, но может быть он нам поможет как-то. Так, снова моя рука не работает. Так. Да, почему я должен вот так... Кстати, у меня нет ассистента почему-то. Так, снова зависло. Ага. Ну уже давай. Так, стоп, мои руки. Где мои руки? А, вот, наверное, я закрываю собой. Вот. Так, это мы убираем. Это тоже не нужно, убираем все. Наверное, пусть все-таки, раз он какой-то у нас криминальный человек, будет большое сердце. И попробуем вот эту вот штуку, смотрите. Тест. Ага, о, есть. Они вместе тут. Так, наверное, теперь вот эту штуку нужно. Так, нет, вниз. Так, сюда, не. К нам. Отлично. Я как на карусельке. Так, вот единственное, что это за штука? Угу. Так. О, смотрите. Забилось. О, чудо. Рана сама закрывается. Ну, не гений ли я. Отдай бутерброд. Чудесно. Смотрите, мне кажется, я хирург будущего. Все? Ничего себе, а что, больше ничего тут нет поделать? Видели? Наверное, именно так будет выглядеть пересадка сердца в 2077 году. Наверное. Фух, ну я немножко отдохну, мы посмотрим, есть ли тут какие-то другие игрушки. Я вам предлагаю съездить сюда, в Таллин, потому что здесь... офигительно красиво и очень интересно заниматься вот такими штуками. Если вы никогда не будете хирургом, а хотите себя почувствовать и посмотреть, как же работают пальцы, приезжайте сюда, ссылочка в описании. А мы увидимся с вами в новых выпусках. Пока!